Там была крыса. Серьезно? Всем большой привет. Меня зовут Наташа Громова. Сегодня у нас предновогодняя прогулка. И я показываю, как я гуляю перед Новым годом. А куда сыпать-то? Сюда? А где птицы? А где они? Они не летят. А есть куда насыпать? Я думала, здесь кормушка где-то есть. Да пойдем дальше кормить уток. Пойдем. Надо их покормить. Давай, говори, какую конкретно кормить и покормим. Надо всех покормить. Нет, тыкни пальцем. О, крыса такая. Где? Ну, точнее, не андатра. Вот я же тебе говорю, что крысы ходят. Ну, это андатра. Так. Куда она делась? Вот это у них совет тут. Да я вижу, да. Смотри, какая битва между двумя была. Давай, кидай первый. Да подожди, надо, это мелко. Смотри, снимай. Да я вижу. Смотри, как красота. И это несмотря на декабрь месяц. Ну да. Смотри, как он бьет сильно его. Кидай, смотри. А вон и крыса к ним прикула, разнимать чья. А, вижу, вижу. Ты что-то снимаешь все не то. Офигеть, так много. Это еще немного. А вон что-то уплыло. И, по-моему, это андатра. А, одна из, да, туда, я вижу, вижу, да. Вижу, а я, ты видишь, а я вот нет. Вот, вот они на снегу. И такая чоп-чоп-чоп-чоп. Ну так и естественно. Если бы она не побежала, ей бы вообще ничего не досталось. Какие толстые. Какие они толстые. Смотри, у одной уже весь нос во льду. Ты их специально подзываешь сюда? Нет. Прошлый год тебя ничему не научил, да, хочешь сказать? О. Спасибо.
Ладно, давай покормим их и пойдем еще. Теперь сами кушать пойдем. Как они больно кусаются, а? Утки наступают. Ну, я тебе что говорю? А сейчас мы пойдем кушать, потому что пока кормила уток, я сама захотела есть, вот. А куда мы идем? Ну, в ту кормушку. Мы идем куда-нибудь к Ленинградке. Пойдем. Пойдем. Вот здесь она сидела, что-то жрала. Ну да. Ну, у них тут есть еда, поэтому можно не докладывать, по идее. Вот, мне надо... Вот мне нужно доложить еду. Более крупным заведением, в котором ты не был с 2008 года, да, последний раз. Ну что, выбрали? Выбрали? Все? Все, да. Не застегивайся здесь. Смотришь? Все, я вот хочу есть. За ночь. Долго еду наши, да? Ой, короче, я думаю, что я сегодня смонтирую этот выпуск, ночью выложу, и мне еще останется 2-3 или 4 новогодних выпуска сделать, и все. И будет можно будет спокойно встречать Новый год. Кстати, здесь вот на камере точечка. Там видно, интересно, точечка или нет? У меня вечно грязный объектив какой-то. Вот теперь самое настоящее новогоднее настроение. Потому что мы вернулись в то место, где с 2008 года я ни разу не была, где все хорошо. Я осталась только елку нарядить. Кстати, я сейчас поеду домой наряжать елку. Я только не знаю, буду ли это снимать все или нет. Я, короче, решила заказать себе сливочный крем-суп. И салат цезарь. Ну, как обычно, я все это люблю делать. И есть. Сейчас мы покушаем, и потом вообще поедем дальше в за бабушку, за дедушку. А это Наташа кушает? Да, Наташа кушает. Удивительно, она умеет это делать. Где вы этому научились? На YouTube. Я смотрю обзоры на еду. Вот теперь умею кушать. А вот там тут что делаешь?
что ТРТЦ еще больше, ну, еще лучше сделали, еще красивее, типа, прошлого, да? Его только открыли. А здесь можно плюнуть вот так вот, просто взять кому-нибудь и плюнуть. Это шутка была. Я думаю, мы, наверное, сейчас домой будем собираться, да, после такого похода. Вдруг, ну, то, что мы к уткам ходили, к этому, ко всему. Надо ждать. Давай мы просто по Метрополису прогуляемся, я куплю подарок Секрет Санта, и все, и пойду там, поеду. Поэтому специально ее и сделали далеко, чтобы не каждый не такие, трогал, как да? они, трогали, да. И вместе с сумкой заперила. Мне сегодня нужно будет еще одно видео отписать обязательно про холл, новогодний холл. Что там? А что там? Макдональдс и Бонец. А там люди еще просто, человек, который практически каждый день ест Макдональдс и говорит... Надо пойти на воздух, потому что спать хочется лучше. Новогодний игрок. Вот я уже приехала домой. Мы сегодня отлично погуляли. Было очень круто. Вот. Поэтому спасибо большое, что смотрели этот выпуск. Я надеюсь, что он вам понравился. И все самое обычное, как обычно, впереди. Всегда ваша Грамоташа. Всех люблю, целую, обнимаю. И пока.